Наше путешествие к Башковому яру мы начнем от Демеевского путепровода возле Лебеди. Туда вот мы выходим к Красноармейскому переулку, заброшенный дом, и направляемся в сторону Берлизовых огородов, которые находятся у подножия Байковой горы. Как думаешь, а что это разрыли тут? Не знаю, наверное, коллекторы. А вдохни вот воздух, пахнет химией какой-то. Давай глянем что-то. Может, это обход проводят. Да, что-то не видно что-то. Ну, трубы какие-то проложат, наверное. У нас коллектор Совки, он там вот слева, на Киев-ГУМе. Вот уцелевшие корпуса Киев-ГУМы выпускала резиновые изделия различные. Ну и сейчас мы подходим к Берлизовым огородам. Это место когда-то владели отец и сын Берлизовы. Поэтому местность, где вот сейчас находится Изюмский рынок, называется Берлизовыми огородами. Вот, мы направляемся в ту сторону, прямо по курсу дальше будут Совские пруды, Байкова гора, слева остатки Киев-ГУМы, вот на ней, над ней маячат подъемные краны, а справа Изюмский рынок и улица Изюмская. И вот эта местность, вот, это Берлизовые огороды. Мы видим остатки корпусов завода Киев-ГУМа. И там между ними в бетонном желобе протекает речка Совка, приближение к Лебеди. Направимся дальше по улице Изюмской. Мы сейчас свернем на улицу Кировоградскую, чтобы пойти вдоль подножия Байковой горы. На саму гору мы зайдем как-нибудь в следующий раз. А наша задача выйти к устью Башкова Яра. Мы движемся вдоль Забайков по пойме речки Совки. Вот, и мы пройдем к тому высотному первому дому, которому со стороны Байкового кладбища и сходит Башков Яр. Мы решили свернуть налево и посмотреть, что тут за местность. А, какие-то живописные развалины. Я так понимаю, это так, кирпичи, россыпи кирпичей, но это не старинные кирпичи, нет. Пустырь, расчищаемый, вероятно, под застройку. Вот такой захламленный пустырь. Да. Слева холм с корпусами МАУП. Ну, давайте глянем на площадку. Вот. Там вот Киев-ГУМа. Вот такой заросший пустырь. Ну, раз тут вбили колышки, значит, будет застройка. Да-да. Там, где мы стоим, вот под нами, вернее, ближе к холму, раньше протекала Совка. Теперь на этом участке она спущена в коллектор. Выбираемся обратно на Кировоградскую. Вот виден холм Забайковье дальше. Так, идем сейчас, поднимемся на эту улицу. Справа от нас находится низовье Башкового Яра, но сейчас мы пройдем в другую сторону. Мы чуть-чуть свернем сюда, посмотрим эту местность, если она... Ну а теперь попробуем пробраться с этой стороны к низовьям Башкового Яра. Да-да. Тут переулочек.
Вот, смотри, вот даже так видно там яр этот. Ага. Вот тут такой идет узенькая такая улочка с кошечками. Вот низовье Башкового яра, но наш путь преграждает ворота, преграждает. Давайте мы выйдем через переулочек, подойдем к улице, попробуем пробраться к Башкову яру на эту протяженность. В той стороне лежит улица Монтажников, непосредственно за Башковым яром. Пройдем здесь. Остатки старых зданий. Это у нас улица Профинтерна, улица вот, Профинтерна. Ага. И здесь же переулок Псковский, как следует, и с адресом на почтовом ящике. Мы идем в сторону Байкового кладбища. Тут наверху осталось несколько чуть ли не шевченковских хат. Вот видна Дранка, это дом 30-й. И дальше еще подобное сооружение из Дранки. Некий корпус, это профинтерна 28А. Идемте дальше по этой улочке. Вверху улицы профинтерна остались дома старой постройки. Ага. А тупик, выходим снова на улицу. Примечательно левой стороны улицы. Вот такие вросшие домики, ага. Переделанные частично под гаражи, ага. Узенькие переулочки отходят влево и вправо. Вот как стоит почтовый ящик, как стоит, ага. Но в нем, в него уже давно не помещают почту. Печальное зрелище. Мы выходим к Байковому кладбищу. А тут хотел задать, как дом, что перестраивается. Да. Так, ну что, нам местные жители сказали, что чтобы попасть в Башков яр, надо идти прямо и свернуть налево. Ну да. Ну попробуем. Вот, мы сейчас находимся в окрестностях Байкового кладбища и сворачиваем налево в поисках подступов к Башкову яру. Вот туда идет какая-то не совсем народная, но автомобильная тропа, что ли. Скорее всего, тут сбрасывают мусор. Ну, давайте посмотрим поближе. Такая площадочка. Потому что мы вот так вот насквозь там мы не пройдем. Тюльпаны. Это частная усадьба тут. Ага, это тоже мы видели. Да. Так. Превращенная в свалку часть Башкового яра. Мы пытаемся все еще найти проход туда. Однозначно проход где-то есть, потому что где-то там по спутниковой карте. А вот там тропка такая видна, но как-то распуститься. И думаю, дальше надо пройти. А вот тропка идет. Видишь, вот. Ну, там, видишь, дальше мусор всякий. Подожди, сейчас посмотрим. Вот такие есть. Это тропинка сюда. Вполне цивильная. Давай попробуем спуститься. Итак, мы спускаемся. Мы спускаемся в место, на которое не спала ни нога ни одного краеведа, ни одной съемочной группы. Итак, спуск в Башков яр со стороны Байкового кладбища. Живописные склоны. Хотя, если
оно такое не сильно крутое, так что спуститься можно. Спуститься. Где еще, Коля, ты видел в Киеве такую замечательную природу? Да-да. Да, не изгаженную. Посмотри. Да, смотри, эти яркие цвета. Так. В принципе, если идти прямо, мы должны выйти к аналогичному склону, но со стороны улицы Монтажника. Однако, насколько реально там подняться, я не знаю. Итак, мы спустились на дно Башкового Яра, но местность продолжает потихоньку понижаться. Угу. Тропа старательно обходит бурелом и ныряет под поваленными деревьями. Мы приходим к еще большему углублению. Мне кажется, или где-то шумит ручей? Не слышишь? Да вроде нет. Вот, смотри, какой тут котлован. Попробуем подобраться поближе. А в цистерне находится глубокий котлован, который располагается ниже, чем залегает сам Башков Яр. Ну и панораму я снял уже до этого. Идем дальше тогда. Как сюда тащит этот мусор? Вот скажи, я не понимаю, какой смысл в этом. Да. Знаешь, что вообще ощущение, что если бы была нормальная городская лодка, что такое не хочет что-то с городом, то уже бы давно это самое. Занялись бы раньше таких. Вот мы. Более, да. Рабочей, мы движемся вдоль. С правой стороны какой-то пригорок, с левой стороны какой-то пригорок, там же и был этот котлован, а с правой проходит некий ров. Вот этот ров засыпан кирпичами. Кстати, интересно, какими кирпичами? Вот ров. Коля направился дальше. По одну сторону ров. Ров становится все глубже. И мы оказываемся на краю довольно ощутимого обрыва уже. Да, вот это мы приближаемся к улице Монтажников. Получается, что подъярок со стороны Байкового кладбища привел нас к какому-то большему Яру, части Яра. Уже слева дыбится суглинная круча, а справа уходит Яр. Вот смотри, там слева склон, а потом мы сюда еще подойдем. Давай вот к этому склону хочу подойти. Вот смотри, видишь какой? Вон красота какая. Сейчас я туда попробую подняться. Там чуть ли не пещерка какая-то. А зная мою страсть к пещерам, я не могу пройти мимо этого. А тут работали лопатой. И дальше вот такого дела пошло. Растительность, клены, одни клены. Вот внизу Коля ходит. Для ориентировки дом на Кировоградской. Там, за Монтажником. Так, спускаюсь той же дорогой, как поднимался. А если подняться туда? Шприцы.
носами самый край отрога. Это уровнем выше, чем стоит Коля. Фу. Где Коля? Вон Коля. Меня вот такой суглинистый склон. Довольно ощутимая высота. Внизу видна некая площадка. Куда сейчас поясница? Я на краю отрога хожу. Итак, вот со стороны Байкового кладбища под ярок входит в основной яр. Я спускаюсь с этого отрога. Едва заметный спуск. Забудеть так можно иногда. Тут лазают только краеведы и наркоманы. Да говорю, тут лазают только краеведы и наркоманы. Виден шприц. Так, ну что же, идем, пройдем дальше. Пошли по этой тропке. Ну, хорошо, что только грибы-паразиты. Вот я только что поднимался на этот пригорочек. Вот. Обрывчик такой. Вот тут бомжи выжигали проволоку. Некая площадка. Вот эта площадка, она наблюдается со спутниковых карт. Вот замусоренный склон. Ну давай придем на эту площадку. Что за площадка? А вот не знаю, как посадочное место для НЛО. Подходит. Как бы ты оценивал ее площадь? Ну, по размеру в смысле? Да. Ну так, это самое. Слушай, ну даже не знаю, вот теоретически. Ну как футбольное поле, да? Нет, меньше футбольного поля. Вот такая немаленькая площадка. Давай глянем, что тут. Смотри, тут терраска такая. И что-то за ней. А за ней свалка. Был обрыв, но он замусорен. Строительный мусор, бревна. Наверху, нет, бытового мусора нет, просто строительный. Бытовой тут встречается. Так, ну давай подойдем к следующему краю. То есть эта площадка, она на краю основного отрога, вот основного яра, основной части. За основной частью лежит улица Монтажников. Обычно, ну, кстати, интересно, что к ней особо и не подойдешь там. С улицы Монтажников входа нет. Вот, а при этом такая площадка ровная, и деревьев да. Нет. Вот это дно. В принципе, дно, и тут остатки ручья мы видим даже. Сейчас мы к нему подберемся. Вот слева продолжается замусоренный склон. Сейчас мы подойдем к нему. Очень замусоренный склон. А вот тут справа сочится ручеек. Хочу к нему подобраться, и мы будем первыми, кто снял ручей в Башковом яру.
Да, вот есть, вот и есть. Вот это заболоченный ручеек. Мы находимся на самом дне Башкового Яра. Вот самая середина. Видишь, вот тут заболочено все. Вот, по дереву можно пробраться поверх ручья. И там уже частные усадьбы дальше идут. Мы не будем нарушать частную собственность. Так, вот Башков Яр. Мы стоим в самой его середине. В нашу сторону течет ручей. Слева улица Монтажников, справа в той стороне Байковое кладбище. Так, в ту сторону, к Кировоградской, мы пробиться не можем. Поэтому мы продолжим шествие по возможности вдоль русла, либо будем обходить со стороны улицы Монтажников, как получится. Мы снова выбираемся к площадке этой. Всюду торчат стволы могучих, но уже сухих деревьев. Так, вы вышли не туда? Мы не можем идти не туда, мы же краеведы. Мы всегда идем туда, куда надо. Краеведы всегда идут куда надо. Так. Попробуем пробиться туда. Понимаешь, слева всюду эта местность, она граничит частными усадьбами без всяких заборов. Ага. Вот поймочка какая, видишь, вот пойма, ага, заболоченная. Вот. Конечно, самое простое для нас было бы перебраться на тот берег, но из-за крайней захламленности бурелома я не уверен, что нам это удастся. Я тоже. Ну, давай посмотрим, тут вот идет какая-то народная тропа все-таки. О, смотри, какие деревья растут отсюда. Мостик, да, тут что-то? Я за тобой. Проложено. Это называется... Проложено. Кладка называется. Ну, давай пройдем по кладке. И мы движемся по кладке. Сейчас. Это самое дно Башкового Яра. Он идет в ту сторону, в сторону Кировоградской улицы. Течет ручей между этой травой и продолжается там. Вероятно, раньше тут было более водно. Сейчас местность более сухая, но вот часть ручья весьма ощутимая. Сейчас предательски клацает кладка под ногами. Мы идем к улице Монтажников. Я не вижу, где пост. Тут направо походу. Да тут есть проход. Сейчас. Да. В ту сторону. Похоже, что направо. Да похоже. Тут же опять вот. Право, тогда надо пройти. Сейчас. Сейчас. О, пахнет болотом. Вот мы видим зеленую воду. Ручеек сам. О, мы вышли на некие задворки. Может и не придется обходить, как я думал. Ну пойдем туда. Итак, мы пересекли Башков Яр и идем к улице Монтажника в ее сторону.
не зарастет народная тропа. Так. Да нет, ты сейчас не сам. Или нет? А что все за дверь-то? Если там проход наш. Нет, там нет прохода. Давай обойдем-то. Я не знаю, если бы... Я думаю, что проход... Нет, там тоже. Сейчас посмотрим. Ну там ворота, мы там не пролезем. Давай посмотрим, что... Можно ли это обойти, можно ли? Сейчас посмотрим. Вот яр там очень... живописен, смотри, там вот разлив этой воды, осторожно, тут матрасы, можно того. Я понял. О, тут целое озерцо целое, сюда просто надо спуститься, это охренезные кадры будут. О, там целое озеро. И вполне спускабельно. Вот. Сейчас я раздуплюсь, пока слышу. Очень просто все спускаемся. О, все. Все, вот мы спустились. Стой там. Так, дальше мы не пройдем. Я буду подниматься. Сейчас так, поскольку к монтажникам мы не пробрались, мы возвращаемся обратно по кладке. Не, ну можно было бы попробовать штурмовать вот этот вот завал мусора и так обойти, но сомневаюсь, что это хорошая идея. Так. Итак, снова нас приветствует ручеек в Башковом Яру. Ну вот они ходят, и видно там через то учреждение сигают через забор, я не знаю, или у них договоренность с местными жителями там, я не, не знаю. Или это просто раньше был там проходняк, вот, и с тех времен сохранилась эта кладка. Что может быть? Хорошо, тут налево нет какой-то тропы, давай посмотрим. Фу. О, да, идем. Мы решили двинуться дальше вдоль течения ручья, идя по его левой стороне ручья. Для зрителей это правая, но это левая, если следовать по течению. Вот Башков Яр, и вот дно заболоченное, там улица Монтажников, на которую мы так и не смогли выбраться. Вот только что я лазал по этому склону. Мы пробуем выбраться к цивилизации, чтобы зайти к Яру с другой стороны. Тропка стремительно сбегает вверх, как пишут в плохих романах. Как это, знаешь, тропка стремительно поднималась вверх. Вот у Яра тут уже довольно крутенький такой бережок. И можно так,
Вот яр расползается, у него такая широкая тут пойма. Вот мы снова вернулись к этому склону с пещеркой. Теперь мы уже знаем, что этот рост с кирпичами приведет нас к заболоченной пойме Яра. И поэтому мы по нему уже не пойдем, мы выбираемся снова к байковому кладбищу. А там как Бог пошлю. Да-да. Так, мы вернулись на исходную позицию к байковому кладбищу, к этой живописнейшей свалке, и поднимаемся наверх. Сейчас мы поднимемся и решим. Я хотел снять там дальше, левее будет отвесный такой склон Яра. Я его видел с другой стороны. Мы попробуем к нему подобраться с этой, а потом смотря как получится. В любом случае мы в одну ходку не уложимся съемку. Это уже, считай, вторая ходка идет. Так. Вот мы к этому кладбищу выбрались. Цветут одуванчики. Это вот интересно, мы сейчас на какую-то территорию выйдем. Я вижу там кирпичи и знак, что людям проход воспрещен. Мы с тобой люди. Вроде бы. Ну так вот, наверное, нам туда попасть не суждено, придется таки обходить с другой стороны. Да, согласен. Хорошо, тогда по профинтерна опять мы спускаемся на Кировоградскую. Ну что, Теперь мы идем на улицу Монтажников. Да, спускаемся, Монтажников лежит левее за Яром. Возвращаемся по улице профинтерна. Вот остатки домов, сирень цветет, раньше сирень так в мае, уже в принципе май. Почти, вот. Завтра. Да. Вот старые дома из дранки, побеленные. За долиной видна местность, которая называется Ширма. Знаешь, Петя, эта улица чем-то похожа на Олеговскую, вот такой же склончик. Да, вот такой спуск и поворотик. Исчезают старые дома, появляются новые. Угу. Крутая улица спускается вниз. Разбегаются во все стороны узкие переулочки. О, смотри, какие ставни. Видишь? Класс. Редко такие сейчас увидишь. Да, вот тоже на Олеговской такой же. Да, есть такой. А там уже стройка слева. Вот то, куда мы не подобрались. Потому что охраняемая территория. Видишь, там лестнички к ней спускаются, лестнички от частного сектора. И на все глядя, о, какой зеленый домик, чудесный жвачечный цвет. Вот, мы спускаемся к низу улицы профинтерна и свернем сейчас направо к Монтажнику. А вот эта местность скоро будет застроена, эти чудесные склоны, на них вырастут какие-нибудь уродливые высотки. Вот смотрите, зрители, в последний раз на эту местность в относительно исходном виде. Идем к Кировоградской. И по пути к месту назначения мы решили снять несколько достопримечательностей. Вот мы идем к улице Демиевской, к ее низовью. В низовье расположена школа имени Казимира Гапоненко. Там учился пионер-подпольщик
земель Гапоненко. И школа стоит в низовье Красного Яра. У меня за спиной находится школа. А до войны и до постройки школы здесь было Демеевское кладбище. Вот, Демеевское кладбище занимало именно этот угол школы и залезало на пригорок, где сейчас дальний радиомаяк аэропорта Жуляны. Также часть кладбища была в школьном дворе. Еще по 70-е годы, по свидетельствам старожилов, во дворе наблюдались могильные холмики. Сейчас мы сворачиваем мимо школы к низовью улицы Казачьей. Для ориентировки улица Демиевская пошла в ту сторону. И это вот, где там небоскребы, это низовье почти засыпанного уже и застроенного Красного Яра. Мы туда не пойдем, мы идем к улице Казачьей. Вот эта школа. В этой школе снимался фильм про Чикатило, Эвеленко с Макдауэллом. Этот момент надо запечатлеть. Давай. Этот шум. Вот мы внизу. Вот Казацкая пошла наверх, а направо отделяется Кустанайская. Снимаю. Давай подойдем к старым домикам, ага. Пока они еще живы. Ну, это вот старая застройка. Если смотреть на аэрофотоснимки немецкие, то все вот вышестоящие дома стоят на аэрофотоснимках 43-го года. Ага. Вот обрати внимание, какой домик, двухэтажка. Да-да. Ты видел когда-нибудь такие домики? Вот не помню. Видишь, он какой. Давай еще вот к этому домику, к следующему подойдем. Мы дворами с Крустанайской выруливаем на Красный Звездный проспект, который сейчас называется проспект Валерия Лобановского. Ну, местное население называет его Краснозвездным. Вот мы сейчас свернем, это вот старый домик стоит, мы свернем во дворы. Впереди стоит уцелевший деревянный столб. Я снимаю длинный кадр, чтобы запечатлеть эту местность. Так. Вот такой тут домик. Флигелек. Вот еще старый домик. Впереди производственный цех УТОС, Украинского товарищества слепых. И справа там от слепых же дом культуры имени Батюка. Батюк это был слепой подпольщик. Вот. Ну, вот мы выходим впереди маячик Краснозвездный проспект. За ним в долине реки Совки видно стройка на месте промзоны. Ну.
Вот мы поднимаемся на Краснозвездный. У меня за спиной здание бывшей мельницы Берлизова. Вот. Мы упоминали уже Берлизовых как землевладельцев в районе Демиевского и Изюмского рынка. Ну а вот их мельница была. Она просуществовала и после революции, как тоже тут была мукомольная артель. Вот мы сейчас свернем к Фрометовской улице, ДК Батюка. По Фрометовской улице мы выйдем к Фрометовскому спуску, и по нему мы спустимся к монтажнику. Вот. Часть старой застройки была снесена и построено офисное здание. Вот ДК Батюка. Это слушайте, по-моему, да. Вот. И сворачиваем туда. Вот это улица Фрометовская. Она раньше вся состояла из таких частных домиков, но их осталось очень мало, вот только этот. Мы сейчас подходим к Фрометовскому спуску и свернем на него. На Фрометовском спуске сохранилась старая мостовая. Вообще зданий тут на спуске именно старых, их не так уж много, но вот это, вернее, их много сохранилось по левую сторону, а по правую, ближе к Совке, стоит только старенькая развалюха. Вот сейчас я хочу снять панораму высокого правого берега, если можно так выразиться, этой улицы. Вот тут тоже старенький домик, но скрыт весь. Сейчас идет запись. Так, вот мы идем по направлению к улице Кировоградской. За ней на заднем плане маячит монтажник. На этих высотах за Колей расположен МАУП. Вот такой высокий холм. Это правый берег Совки. Совка протекает там частично в открытом русле через нижний каскад Совских прудов, частично в коллекторе, уже правее. Ну вот мы сейчас спускаемся по вечно раздолбанному Фрометовскому спуску. Вот уже слева стройка. Вот стройка века. Тут была промзона раньше. Но единый старожил в этой улице. А, ну вот старожила уже мало что осталось. А жаль. Сейчас я попробую его снять. Сейчас мы фактически пройдем по мостику, что ли, над Совкой. Вот речка Совка, она тут течет под мостиком, в нее уже тут сброшена вся химия. Мы же идем к перекрестку улицы Монтажников, вот туда. Мы стоим у подножья улицы Монтажников. Это один из таких изолированных райончиков Киева, по типу как улица Олеговская. Тут редко бывают чужие люди, и в принципе здесь все свое, и все свои. И Башков Яр, он лежит по правую сторону от нас, но подходы к нему все заняты частными усадьбами. Мы же доберемся до дома с почтой, откуда свернем к одному из немногих подходов, сохранившихся к этому яру, со стороны монтажника. Напомним, что в предыдущий съемочный день мы бродили по ту сторону, там, за вот этим вот частным сектором и за яром. То есть улица Профинтерна, она в той стороне, а мы сейчас идем параллельно ей. И между улицей Монтажников и улицей Профинтерна и находится Башков Яр. Так, вот мы сейчас начинаем наше восхождение по длинной улице Монтажников. К улице Монтажников с разных сторон, чем дальше примыкают другие улицы, такие как Купянская, Дежнёва и другие. Но
Мы туда отправимся в следующий раз. Пока нас интересует только улица Монтажников, по которой мы выйдем к улице Нечуя-Левицкого. Район Монтажник был построен после войны. И тут самые разные застройки. Есть частные домики, есть в несколько этажей многоквартирные. Старые частные домики выставлены на продажу. А справа за садами все длится и длится Башков Яр. Да вот мы и почти поднялись к дому с почтой. Вот ворота, которые мы постеснялись преодолеть в прошлый раз, когда подобрали с той стороны. И тут непонятно, или живет кто-то. Да не, не живет. Какая-то контора тут, что ли. О, тут ходят маршрутки, смотри. Это идет на улицу Изюмскую. Так и не проезжай. Становится жарковато. Конец мая. Сирень уже отцвела. На Монтажнике есть почта. Попробуем свернуть влево. Я хочу все-таки подобраться к Яру. Вот и он. Часть Башкова Яра. За ним, вот за этим вот берегом его крутым, байковое кладбище. Берег превращен в свалку. Разумеется. Посмотрим. Истинно Киев имеет чудесные виды. Вот по дну его некогда струился ручей, сейчас он пересох. Это ручей приток Совки. Может там какая-то вода и осталась, но я туда, по этой свалке, у меня нет желания туда спускаться. Не сегодня. Тоже будем пробираться обратно к Монтажнику. И мы сейчас в нем и находимся. Это мусор Монтажника. Мы пойдем по улице Монтажников, чтобы найти подступы к верховьям Башкова Яра. И улица Монтажников движется в направлении Александровской Слободки. Она же Костопальня. Вот фактически это тоже центр Монтажника. Там уже перекресточек такой и магазин-гастроном, возле которого все время собираются люди, неравнодушные к алкоголю. Вот такой домик стоит тоже. Я не помню, что это. Вот смотри, обвал какой, видишь? Ага. О, вкуснее. Ну, мы продолжим наш неторопливый пеший путь. Улица Монтажников все сбирается и сбирается. По правую руку от нас вот туда пошел Башков Яр, но мы не можем туда пробраться непосредственно к нему, поэтому мы продолжим идти по Монтажников прямо. А по левую сторону там улица Кировоградская, Совские пруды, Ширма. Движемся дальше до смычки улицы Монтажников с
улице Нечуя Левицкого. Вот туда вниз, это эта улица, ой, как же ее, неважно, в общем. Нам не туда. Я там ходил, я пытался найти проход к Яру, но нифига, там промзона просто, эти гаражные кооперативы, ага. И невозможно сквозь них пробуриться. Это мы уже выбираемся к улице Нечуя Левицкого. Улица Монтажников длиннее, чем мы вам показали. Вот, смотрите, люк 1952 года. На нем надпись «Механический завод Днепрострой, город Запорожье». Остановка спрятана за забором. Вот там и останавливается маршрутка, за забором, а потом перелетает. Становится на такие распорки, перешагивает. Вот, это мы на улице Нечуя Левицкого. Вот, если идти вниз, мы подойдем к Яру, но путь нам преградят гаражные кооперативы, поэтому мы идем вот туда. Вот уже тянется некая безликая промзона вперемешку с не менее безликой. Не менее безликим частным сектором Александровской слободки, бывшей Костопальни. Александровская слободка или Костопальни. Костопальни этот район назывался потому, что здесь находились, ну, заводы или заведения по пережигу костей, доставляемых сюда со скотобоин. Кости пережигались на уголь, и этот костный уголь использовался в производстве сахара для фильтрации. Сейчас костный уголь используется уже для производства сахара рафинада, для повторной фильтрации. Раньше здесь из-за стоящих здесь костопалин доносился невыносимый запах. Вот, потому что жгли, стояла вонь, гарь. Вот потом, собственно, сами эти останки, вот, привозимые сюда. И по улице Нечуя Левицкого мы идем в сторону клинического городка. Мы ищем поворот на улицу Гаевую, чтобы выйти к верховьям Башкового Яра. На некоторых картах эти верховья указаны как парк Александровская Слобода. Ну, идем посмотрим, какой тут парк Александровская Слобода. Так, идем дальше. А вот, видишь, там остановочка. Давай посмотрим, что на ней написано. О, улица Гаевая. То, что надо. Вероятно, ее название свидетельствует о том, что когда-то здесь была роща. Видишь, улица Гаева. И тут останавливается автобус номер 12, который полноразмерный, я тут не видел. Но улица Гаевая, она дальше, потому что до этого еще улица Шпилевая. Вот улица Шпилевая. Есть такой журнал игровой, Шпиль называется. Вот Шпилевая, она прямая, как шпиль, она уходит туда. А мы идем к улице Гаевой дальше. Вот остатки отцветающей сирени розовой, зеленые заборы. Вот, сейчас мы свернем на Гаевую. Краеведов униформа определенная, да. Это кепки, это джинсовки и кроссовки. Да, только штаны разные. Да. Просто это самые те, которые не жалко испачкать. Да, я тоже, я в этих штанах своих собаками гуляю. Краеведы ходят в униформе. Да. Раньше в каждом частном
секторе стояли такие вот почтовые ящики во времена, когда люди еще выписывали газеты и журналы. Вот. Так. Ну что же, двинемся по улице Гаевой в поисках верховий Башкового Яра. Вот снизовье, вернее, и вот улица Гаевая сворачивает. А куда же она сворачивает? Посмотрим, куда она сворачивает. Она продолжается дальше. И вот там-то слева и прячется от нас Башков Яр. Какие-то поступы, если с этой стороны нет поступов, то вот они есть со стороны улицы Амосова. Вот мы видим там Яр начинается, вот он. Видишь, какие-то лестнички. Мы сможем туда подобраться, вероятно, с той стороны. Сейчас еще посмотрим, не удастся ли отсюда. Вот видишь, вот Яр, вот тут начало, он в глубину так залегает. Ну, посмотрим сейчас, можем ли тут пробраться. То есть вот тут, ты понимаешь, такая вот хрень, и мы тут не сможем спуститься. В общем, а мы не спустились, честно говоря, я бы сейчас и не рисковал спускаться. Вот мы с той стороны попробуем, вот с той стороны. Вот подберемся, вот внизу вглубь уходит Яр. Вернее, как он как бы уже наполовину засыпан, либо это два его отрога. Вот видишь, тут такой мыс, и там Яр, и тут Яр. Вот. Это интересно. Это вот верховье его. Ну что, давай попробуем с той стороны еще добраться. Там что-то есть. Вот, если не получится с той, то так тому и быть. В общем, вот панорама верховья Башкового Яра. Но мы еще попробуем сюда подобраться с противоположной стороны, потому что тут мы физически не можем. Мы сейчас обходим бесконечный гаражный кооператив, окруженный частным сектором. Ну, это мы уже добрались почти к улице Амосова. Вот. Но это еще не Челевицкого, но вот уже высотки тут, клинический городок дальше. И по правую руку от нас скрывается верховье самое Башкова Яра. Мы как же к нему добраться, непонятно. Но будем пробовать сейчас. И что-то тут улица Башков Яр. Вот стык улицы Башков Яр и Нечельтевицкого. И вот тут Башков Яр. Но мы видим замки. Мы же тут не будем лезть. Мы поищем обходной путь, потому что тут путь к Башкову Яру нам преграждает сетчатый забор. Но я полагаю, что где-то его можно каким-то образом через него телепортироваться. Ведь всем известно, что съемочная группа «Киевской амплитуды» обладает чудесной способностью к мгновенной и безоговорочной телепортации. Только что мы стоим по одну сторону забора, а потом оп! И не успевая зритель моргнуть глазами, как мы оказываемся по другую сторону забора. Вот интересно, от кого они оградили этот Башков Яр? Почему мы, свободные граждане, не можем попасть сюда? Вот, спасибо, кто-то проломил нам путь Башков Яр. Ну что же. Спасибо хорошим людям. Мы вступаем в верховье Башкового Яра. Вот. Внизу видна свалка шин. Угу. Может быть, вниз ведет какая-то тропинка, потому что вот по шиферу и гвоздям как-то скакать не очень хочется. Это самое верховье Башкового Яра. Там какой-то дом, какое-то здание непонятное. Ну, я спускаюсь. Валяются шприцы, мусор. Коля ждет наверху. Панорамка.
большого смысла в таком спуске нет. Но, тем не менее, подбираемся. Ну что же, я стою в самом низу, верховье Башкового Яра. Свалка шин, поломанный унитаз, Николай наверху. Там какое-то здание, не очень хочется дойти. Террасы. Так, теперь мы поднимемся наверх и продолжим путь вот так. Вот я снова поднялся наверх. И мы движемся дальше по периметру. Пошли разведаем, нет ли там спуска к более живописным склону. Потому что там путь преграждало здание какое-то. Камера включена. Так. Верховье Башкового Яра манит нас своими неожиданностями. Огромные грибы. Огромные лопухи. Итак, мы подошли к очередной свалке. По краю этой свалки идет тропка. Давай попробуем там спуститься по еще одной едва приметной тропке, но она идет более цивильно. Смотри, вот там вот. Вот. Слева. Смотрим, что там. Вполне ходибельная тропка. Мы спускаемся в заросший кленами Башковьяру. А вот снова это здание. Это какая-то усадьба, что ли? Да, это частный дом. И впереди еще одна свалка. Хорошо, мы снова поднимемся и снова будем искать подступ. Нет, идем дальше, там тоже нет прохода. Опять пробуем так пройти по периметру. Мы продолжаем идти по внутренней стороне забора вдоль верховья Башкового Яра. Ну, давай посмотрим, куда еще тут можно добраться. Снова свалка. Так. Все, и мы подобрались к гаражному кооперативу. Очередному. Все. Некуда ходить. Там гаражный кооператив. И склон. Все. И внизу тоже забор какой-то. Все. Хода нет. Хода нет. Хода нет. Дальше. Все. Максимум мы сделали. Вот. Путь нам преграждает очередной забор. И мы отсюда выползаем. Весь Киев изрезан ярами.
Но если о Протасовом яру знают многие, то о Башковом яру, который скрыт за гаражными кооперативами и частным сектором, мало кто знает. Тонко.